Всем привет! Зашли на площадку, где автомобили продаются в Сербии. Давайте посмотрим, что тут есть. Ага, Корса 10-й год. 500 тысяч динар. Делим напополам, чтобы получить рубли. Вот, Citroёn S4. Да, у нас получается 350 тысяч динар. Малышка. Дочка комментирует. Вот это малышка? Да, вот это. Ага. Ой, второй год и 150 тысяч пробега, все, бесценная. Цену поэтому не написали. Ну что, пойдем дальше посмотрим? Ребята, вот эти. Детка моя. Так, давай-ка вот эту Ситроенчика посмотрим. C3, Пикассо, 10-й год, 460 тысяч. Мазда, 9-й год. Непонятно, не на всех цена есть. Я думаю, на которых цен нету, уже проданы. Ага, вот 500 тысяч, 308-й пыжик. Так, что у нас еще? Треножка. Гранд Сценик. Семиместная должна быть. 1.9 мотор. 12-й год. Почти миллион. 214 тысяч. Вот что-то я сомневаюсь, что она 214 тысяч у нее пробег. Кира, 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 Кира. Не надо. Давай посмотрим, что это. Ага, Леон. Сиат Леон. Тако. Что? Это нравится? Ну, давай. Kia Sportage. 1.4 миллиона. Что еще у нас есть? Так, гольфик. 17-го года. 1.8 миллиона. Добрый день. Добрый день. Just looking something. Не проблема? Ну, что снимешь? За себя, за жену покажу. Добро? Не конкурент. Я сам из Руси. Окей, окей. Добро, извиняемся. Мандео, 16-й год. Подумал, что я конкурент. Но я сказал, что не за конкурента, а для себя, для жены снимаю. Окей, ага. Все. Все? Какая понравилась, Крик? А? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Видишь, 16-й год. 1475. А так вы сюда возили? Немечко? 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 Ова из Италии, Туран из Голфовицы из Италии, Форде из, не знаю, из Бельгии. А может, если я сам снайду у немечки, а вы привезли, можете, да? А как цена? Сколько? Ты найдешь авто, па ми кажешь, па ти я израчунам. Разумеешь? А-а-а. Ты найдешь авто в Немечкой, па ти я израчунам, колко шта кошта и то и то. Ага, добро, добро, добро. Тако, да. Пошлина за царицыну, да? Царина, да, да, и да, и да, да. Добро, добро. Разумеешь? Хвала. Хвала. Так, все. Все, счастливо. Свободно.